Телеграф, средства связи теперь можно увидеть в музее почтовое отдело Симбирско-Ульяновска. Именно такими телеграфными аппаратами пользовались в Симбирске в конце 19 века, чтобы передать срочные сообщения. Телеграф в Симбирске появился в октябре 1860 года. Первые телеграммы назывались депешами. Они передавались при помощи курьеров, которые загоняли лошадей до смерти, а телеграмму запросто обгоняла любого курьера. Быстрота телеграфного сообщения изумительна. С изобретением телеграфа уничтожились пространство и время. Электрическая искра несравненно быстрее солнечного луча и может сравниться лишь с быстротой мысли, воспевали телеграф Симбирские губернские ведомости в 1860 году. Закончить работы по созданию простой и надежной схемы телеграфной связи с двумя проводами удалось художнику и изобретателю Самуэлю Морзе. Он разработал и применил телеграфный код, в котором каждая буква алфавита обозначалась определенными комбинациями точки-тире. На приемной станции на специальном барабане намотана узкая лента бумаги, непрерывно перемещаемая часовым механизмом. Под действием поступившего тока электромагнит притягивает к себе железный стержень, который протыкает бумагу, тем самым формируя последовательность знаков.